Про старый оскол от первого лица. Видеоблог на самые актуальные темы. Когда в старом осколе отремонтируют самый большой дворец культуры в городе – Комсомолец? Как он будет выглядеть? Какие изменения грядут в культурной жизни округа? На вопросы отвечает глава администрации Староскольского городского округа Александр Сергеенко. Не пропустите. В четверг, 4 октября. В 15:20, 16:20, 19:00 и 20:30.